нет. Там что, бутики всякие? А-а-а. Там чего только нет. Не, ну, полезно и приятно. Зато там гулять красиво. Ну, сейчас уже нет. Ракета.
Нет,
ну. Киньте мячик. Да.
капец какой-то. Кто играет дудкой, тот не победит. Извините, вчера я не специально клянусь. Это у меня есть дома клиент. Он, ну, ему говорят, ты 80% ударов играешь не раньше. А он очень ну, родился в Сочи. И он, короче, что-то ходит и бурчит себе под нос. Ну, ударит чем-то там вот так, да, и что-то бубнит. А у него действительно 80% попадает не центром, и все попадает. Вот. То есть вот вращение придает вот такое, да? И попадает. Идет, бурчит что-то. Вот так и ты тоже, понимаешь? Это самые эффективные удары. Никогда не догадаешься, куда он полетит. Какая разница? Ты главное в нужный момент делаешь, попадаешь. Если ты не попадал, то трикер, конечно, выиграешь. Третий этап, он тебе не нужен, да? Третий, дайте ему, пожалуйста. Счет! Позиции силы. Позиции силы, говорю. Нормально, нормально. Да нет! Торопись. 0-40. Как ему сказать, чтобы мы расслабились? Скажите. Сейчас ничего, ничего к этому не располагает. А я вот это чувствую, они так. Вот ты не лезь. Ой-ой-ой, стоп, это остановка игры из-за какого-то... 1-0. Thank you.
Я тот попал. Тогда говори вслух, когда это дает. Я за других считаю, за себя считаю. Просто я думаю, для меня сейчас нет другие опыты, да? Ну да, вот тоже я. Станция, да? Так не, а я подавался в какой килограмм? Знаю. Надо считать. Что там? Thank you.
выиграл в Азербайджане. Я так думал. Я бурят у него. Худой, мне надо. Делать.
Thank you.
попадал. Я говорю. Не оставалось. Да. Что я не думал? Нет. Мне бежать думал. 5-2. Ты же не сказал, что я. Я до последнего думал, еще бежать надо было. Не, я просто привык так, что типа... Все подбираем. Что надо, что не надо. Что-то включило, прям дырка такая. Конечно! Кто бы стоит?